ребята, всем привет, с вами дядя Федор. И в этом видео я хотел бы рассказать вам о книге «Волшебник изумрудного города». Автор Александр Волков. В этой книге девочка Элли и ее друг щенок Татошка случайно попадают в волшебную страну. Помочь вернуться им домой может только великий и ужасный Гудвин. Волшебник изумрудного города. По дороге в изумрудный город Элли подружится со страшилой, железным дровосеком и трусливым львом. Вместе они преодолеют все трудности, возникшие на их пути. С вами был дядя Федор. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Спасибо за внимание. Всем пока.